всем известен восторг, в который приходят дети, получившие возможность заниматься анимацией. Как только собирается коллектив, сразу находятся люди, которые умеют или хотят рисовать. Находится Вася, у которого есть в фотоаппарате камера, позволяющая покадрово снимать эту анимацию. Находятся люди, которые умеют громко петь, и люди, которые умеют играть на балалайке. В этом коллективе кто-то принимает на себя роль лидера. Идет бурный процесс взаимного оценивания, ну и, соответственно, самооценивания. И каждый находит дело по своей душе, под руководством преподавателя, выстраивая свою индивидуальную образовательную траекторию. Наблюдается это не только с анимацией, но и в других областях коллективной работы. Google Labs на домене образовательного учреждения предоставляет практически неограниченные возможности для создания и хранения вашей как первоначальной аудиовизуальной информации, так и дальнейшей работы с ними в режиме документов для совместного редактирования, куда можно вставлять и видеоролики, и ваши фотографии, для создания сайтов, которые дети делают совершенно самостоятельно. В том же режиме, при доступе к единому сайту, каждый со своего домашнего компьютера, и создание совместных презентаций, где можно, например, отразить все прелести вашего отдыха